Экспедиция Retail продолжает свою работу, и сейчас мы прогуляемся по одному из знаковых объектов торговой сети «Зеленое яблоко», а здесь мы находимся в автодоме. Рядом со мной Владимир Носков, операционный директор торговой сети, и Владимир как раз делает нам экскурсию. Владимир, рассказывайте, что за объект, почему он так? Мы постарались сформировать торговое пространство таким образом, чтобы основное целевое предложение у нас было сформировано, где наши сильные стороны, да, то есть это наше собственное производство, где сформирована пекарня, кулинария, и покупатель проходит, и, конечно же, на старте мы встречаем его овощами и фруктами, свежестью, красотой, и вот как раз овощи и фрукты мы изобразили как некий рыночный развал, то есть некий автомобильный, скажем так, фермерский мини-рынок, где вот это ощущение того, что фрукты и овощи только что приехали, только что и покупатели могут их взять свежими и насладиться вкусом. Ну, у вас на самом деле достаточно оперативно подвозится, и я так понимаю, что не застаиваются данные фрукты и овощи, их тут много, то есть это, как говорится, и кажется, и на самом деле так, да? Верно, но ведь в Дагестане, чем славится Дагестан? Много вот овощных культур и фруктовых культур, много производится и выращивается здесь, на местном рынке. И, конечно же, мы уделяем этому особое внимание, потому что местные покупатели, дагестанцы, они любят свой выращенный на этой земле ассортимент. Ну, здесь я отмечу, что вы действительно там соблюдаете технологии, ну, вот даже такая мелочь, но не мелочь, а именно орошение. Это приятно, и это дает и зелени дольше быть свежей, да, и визуально, конечно, это говорит о том, что мы следим за тем качеством и той свежестью, которую мы сегодня предоставляем покупателям. Здесь отдельный момент отмечу. Вот видите, какая длинная галерея выставленных продуктов, связанная именно с фроф. И в завершении я вижу нарезанные овощи. Уже, я так понимаю, привыкли. Как давно появился такой? Недавно. Я думаю, что примерно год назад этот ассортимент, эти артикулы появились. Это очень удобно. Это очень удобно, когда хозяйка может не тратить время у себя дома на шинкование капусты для того, чтобы сделать щи или борщ или какой-то местный колоритный суп. Действительно, мы подготавливаем много, и, собственно, производство дает много таких интересных позиций, артикулов, в том числе вещи, которые просто на ту гоу. Взять морковка с соломкой, сельдерей с различным соусом. Это все полезно, вкусно и быстро. Это вопрос о том, что это как раз настоящий ЗОЖ, потому что мы все время, когда про тему ЗОЖ рассуждаем, мы же понимаем, что вот это все, в принципе, здоровая еда, главное, чтобы было комфортно иногда брать с собой. Так, ну что ж, машинки такие яркие, заметные мы прошли, и сейчас, ну, невозможно не заметить, конечно, сладости, то, о чем вы говорили. Все верно. В Дагестане покупатели особое внимание уделяют сладостям и кондитерским изделиям. И, конечно же, мы отдаем особое пространство и оформляем это пространство по-особенному. Здесь еще есть ряд доработок, которые предстоит совершить. Но на сегодняшний день, вот, например, тема конфет, тема шоколада, тема печений, тема различных кондитерских изделий, она открыта. То есть это на глазах, это приятно, это хочется купить. Еще с этой точки отмечу, что он действительно магазин прозрачный. Посмотрите, со всех сторон есть окна, которые позволяют максимально пользоваться тем светом, который дает просто природа, да, это тоже отдельный момент. И на самом деле здесь еще нельзя не отметить большой развал, который, ну, не сразу было видно нам, но здесь очень много... Сухофрукты, орехи. Это тоже местные товары, на которые мы делаем акцент. Менталитет и местные покупатели, они действительно по достоинству оценивают это, и им важно, что это доступно, да, что это не закрыто. Хотя есть и упакованные продукции от поставщиков, но также вот весовой ассортимент, который люди сами могут взять столько, сколько им нужно, это сегодня, конечно, важно. Следующую точку, которую вы, скажем так, должны нам показать, это...
мы добрались с вами до наших собственных производств. Это станция суши-роллы, да, это станция, дагестанская еда, да, где специфичные этнические артикулы покупатели могут найти. И, конечно, мы гордимся тем, что сегодня мы делаем, и вкус, формат, доступность в цене, да, и вот на стыке всех этих качеств люди в итоге получают готовое предложение. Мы гордимся этим. Магазин, который вы запустили, он действительно запустился, может быть, не полностью во всех решениях, которые у вас задуманы, потому что он сложный, ценностный, некоторые решения не сразу принимаются. И вот здесь один из тех примеров, который, вот здесь должна быть, прям яркая, заметная история горской еды, которую мы уже в другом месте можем посмотреть, и отдельную историю, как вы посмотрите это видео. Вот. Но мне нравится иногда вот эту детальную работу с форматом увидеть вот в этой некой недоделанности. Вот здесь реально недоделанность, но еще раз, вот, коллеги, я прошу принимать как данность того, что это нормально продолжать развивать концепт, ну, уже зарабатывая деньги. Почему нет? Но здесь должна быть какая-то великолепная инсталляция. Я просто даже пытаюсь предвосхитить. Это же, получается, деталь того оформления, которое... Все, да? Все верно. Для того, чтобы проникнуться вот всей этой детальностью работы, которая здесь, и, как мы с вами говорили, вот это пространство, станция... местной дагестанской кухни, конечно, мы уделяем ему особое внимание. Особенное внимание ему уделяют учредители, которые в деталях, вот каждый элемент, он прорабатывается, обговаривается, обсуждается, и только потом идет реализация. И действительно, вы верно отметили, сейчас здесь примерно 50% того, что сделано, именно на этой станции. Но я думаю, что через месяц здесь будет совершенно другая атмосфера, и это будет притягивать покупателей визуально. Уже и сейчас притягивает. Надо понимать, что здесь находится одна из самых ярких выставленных как чуду. Да, да, верно, чуду. Вот давайте посмотрим. Да. То есть это вот то, о чем мы с вами говорили, это местные блюда, это то, что сегодня очень нравится. Это своего рода, можно сказать, для тех, кто не очень знает о дагестанской кухне, например, пицца или лепешка с мясом, да, то есть специальная сыворотка для того, чтобы добавлять, это добавляет определенный вкус. И они есть различные, лакская, даргинская чуду, тонкая чуду. И это действительно очень вкусно. Вы уже успели попробовать, знаете, я думаю. Я вчера вот как раз подобную историю попробовала в ресторане, который Папаха, по-моему, да? Феноменально. Ну, отдельная история, конечно, про все, что там еще такое очень нарядном формате показано. И вот это ценностное проявление интересных продуктов в каждом месте, где я сталкиваюсь с этой кухней, это, конечно, феноменально. А там еще как бы такими, как... такими ножичками специальными, да, делается. Очень здорово и, конечно, впечатляет. Ну что ж, ждем, когда появится вот эта инсталляция уже в полной мере, потому что действительно сложные проекты. И пока ты не примеришь, пока ты не поймешь, что это действительно так оно должно выглядеть, ну, действительно трудно реализовать. А мы приезжаем в проекты, нам специально не готовят магазины. Мы просто приезжаем как есть и работаем с тем, что есть. Но я могу сказать, что здесь очень много что посмотреть. И мы так подходим еще на инсталляцию. Дерево. Да, это тоже некий элемент, который дает некой атмосферы, да, при покупке, ощущения. Конечно, сегодня, вы понимаете, вот эта вот социализация людей, когда люди уже хотят атмосферы, да, то есть не просто прийти и что-то приобрести, да, а им хочется пространства, им хочется общения, им хочется визуализации, впечатлений, да. И вот мы стараемся это здесь проявлять, и вот как раз вот продукция кулинарии, да, то есть вот горячие блюда, салаты, мы сейчас с вами тоже можем посмотреть, например, формат to go, да, то, что мы с вами говорили, много интересных позиций, боулы, сэндвичи, блины, да, комбо. Это все, что сегодня быстро, удобно, то, о чем вот вы спрашивали, как мы работаем с этим. Поэтому визуал дерева, он дает как раз комфорт. Это вот как раз станция пиццы, да, сэндвичи и формат to go. Она дает вот такие быстрые решения, да, то есть можно взять быстро пиццу, перекусить в нашем кафе и
понаслаждаться и отдохнуть от покупок и провести время приятно с пользой, да? Ну, знаете, мы когда сегодня говорили, в том числе с Андреем Ивановым, это Retail Studio, да, которые, соответственно, помогали вам делать этот проект, мы разговаривали об этом дереве, который, ну, вот скажем так, это же все-таки спорная единица была, да, на проекте. Дискуссионная, я бы так сказал. Мы действительно неоднократно возвращались к тематике и исполнению, да, но вот на мой взгляд, сегодня у нас получилось, потому что, чтобы вы понимали, все ветки – это все натуральные вещи, да, за исключением листьев, да, которые мы специально заказывали из другой территории, региона, да, и вот этот монтаж, вот это все занимало, конечно, время. Но сегодня мы имеем готовое решение, на наш взгляд, это приятно, комфортно и стоит того. Мы с вами говорили о том, как наши сотрудники сегодня уделяют много внимания и хотят сделать интереснее наше предложение в плане визуального состояния, да, в плане вкусового предпочтения. И вот здесь можно как раз воочию наблюдать о том, как мы подаем наши блюда, да, то есть как детально мы прорабатываем все артикулы. Ну, например, тыква запеченная. Это вот каждый кусочек карамелизируется, маринуется, аналогично с яблоками. Это все, знаете, вещи, которые с душой, с любовью. Вот эти детали в виде лотосов, сделанные там из лука, да, россыпи ягод, которые создают вот этот антураж необходимый, да. Вот все эти мелочи, но это не мелочи, это визуальное ощущение от продукта. Комплексность. То есть да. В итоге у покупателя возникает доверие и ощущение в том, что действительно у нас здесь свежая, вкусная еда каждый день. Я, знаете, вот я просто недалеко сейчас нахожусь от станции еще в Туго. Вот знаете, вот в этот момент, когда ты видишь такого рода твистеры с курицей, вы посмотрите. Ну, действительно, это хочется съесть, это хочется взять с собой. И это выглядит более чем достойно. Свежий салат, который еще вот так оформляет, подчеркивает, великолепно. Вот, ну что ж, мы гуляем, реально гуляем по магазину. Все-таки здесь у нас сколько квадратных метров? 2000. 2000. Это самый крупный объект. Да. А вы, кстати, насколько сложно все-таки с 2000 работать для вас? Или это просто, ну... Ну, вы знаете, если в среднем наша площадь находится на уровне 1500-1600, да, то здесь небольшое отставание, поэтому здесь все-таки мы уделили больше, дали пространство нашим производствам, и у нас появилась возможность дать пространство товарам non-food, и поэтому мы здесь немножко их расширили. Поэтому комплексно получилось, на наш взгляд, достаточно успешно. Ну что ж, мы находимся на той точке, где рядом находятся те бочки, про которые ну, невозможно не сказать. Это что-то потрясающее. Знаете, вроде простое решение, но это решение, которое действительно позволяет человеку совершенно иначе приобретать. Кстати, очень недорогие соленья. То есть я удивляюсь ценам, которые я здесь вижу. Вот. Ну, все очень просто. То есть вот на эту клавишу нажимаете. Ой, сейчас я боюсь сильно. Нет, все спокойно. Да, ну вот. То есть вот она, и закрываешься. Все просто. То есть получается, обе руки свободны. Нет, у контакта, людей, да, и, соответственно, они берут, соответственно, и накладывают, сколько им нужно. Вчера наблюдали, здесь была такая достаточно приличная очередь. Очень востребованный ассортимент. Очень востребованный, да. Поэтому вы посмотрите, то есть мы держим здесь ассортимент, да, то есть это не 2-3 позиции, там капуста и морковка, да. Здесь мы даем больше. Да. А это получается только на этом магазине или вы планируете это раскатывать по сети? Мы с вами увидим и в Каспийске. Вот именно такого решения пока здесь мы попробовали, да, и я думаю, что если мы поймем, что это до конца успешно, то тогда, конечно, сделаем. Ну что ж, мы так дошли, не знаю, быстро, не быстро, но мое ощущение, что мы так много уже прошли, дошли до такой... Да, это своего рода городок, и снова есть автомобили, да, и снова здесь уже мы даем именно пространство и атмосферу того, что это маленький уездный городок, в котором можно приобрести свежий хлеб, да, различные хлеба. Давайте посмотрим. Всегда высота потолков позволяет сделать Нет. то, что вы хотите. Здесь мы разгулялись. Да, это действительно так. Вот, ну, угу.
ой, ну сколько хлеба. Знаете, я каждый раз из поездок всегда с расстройством, что привезти это все, во-первых, невозможно в таком количестве, потому что элементарно не съешь, потому что это все в короткие сроки годности. Ну, за некоторыми вещами надо действительно приезжать в конкретные регионы, и именно здесь их есть. Вот. Ну, расскажите, какие самые яркие у вас здесь хлеба, про которые... С удовольствием, с удовольствием. Вы знаете, мы работаем на разных хлебах, да, также у нас есть подовые хлеба. Вот, например, можно подойти к вот этому стеллажу, и здесь как раз вот эти два сегмента, да, это вот как раз наши подовые хлеба. Вы видите печь подовую, да, в которой наши мастера ежедневно выпекают хлеба. Но этим нельзя не гордиться. Аромат не передать на камеру, но хруст, да, но хруст, да. Это очень приятно. Это, кстати, наш бренд, да, Crunch Bread. Различные новинки, помните, мы с вами говорили, Наталья, вот грессини, да, итальянские палочки, различные хлебцы злаковые. То есть мы на уровне артикулов хотим найти и постоянно в поиске вот этих интересных позиций, которые востребованы. И вот действительно это очень интересная вещь. Что уж говорить по поводу... Смотрите, как раз закладывают очередную порцию. То есть прямо с вот этой истории туда складывают на пот. Большой ассортимент различных булочек сладких с начинками. То есть то, что можно, постоянно можно себя радовать новыми позициями. То есть и мы стараемся это делать, чтобы покупатель, каждый раз приходя к нам, находил что-то новое для себя, интересное. Есть доп. Предложения, да, то есть если мы говорим про кросс-выкладку, это очень важная ценностная составляющая, без которой нельзя создавать те дополнительные продажи, которые можно бы, потому что вовремя предложить человеку что-то к хлебу или там, это важно. А, что-то там приготовилось, да? Да, да, это как раз бахтель. Вопрос о свежести, который здесь и сейчас. Да. Вот как раз подовые хлеба сейчас уже будут доставать и выкладывать на пол. Ну что ж, это самые яркие точки, но я так понимаю, что нам еще надо как минимум эту точку увидеть, а именно туристический магазин, да, все-таки без туристов никуда. Здесь действительно достаточно яркая стена, посвященная именно тому, что мы здесь находимся, в Дагестане, да, то есть такая яркая композиция. Это вот, кстати, стихи Расула Гамзатова, вы знаете, да, это дагестанский поэт, и мы также стараемся здесь отразить вот эту историю, которая есть. По туризму. Угу, пойдемте. Да. Тема тандыра, да, то есть тоже свежие лепешки. Да, 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 да. И снова сладости. Это как раз наше собственное производство. Это все тортики наши, пирожные. Да, и это все вот прям продается. Да, востребовано очень. Вы знаете, вот не могу не отметить, что... Вы ее нашли снова, да? Да, каша, да? Это кураговая, да, это... Кураговая каша. Абрикосовая каша с урбичом. Вот это, наверное, то, что мне придется с собой взять, когда я полечу обратно, потому что это что-то невероятное. Действительно, очень такой интересный, хороший вкус. А, традиционный сундук, я так понимаю. Мы с вами подошли, да, к территории, где туристический ассортимент, да, сувенирная продукция. Здесь покупатели могут найти на свой вкус вот различные графины, статуэтки. Да, прям да. Все с надписью «Дагестан». Местный мед, урбичи. И вот, например, наши позиции чая, да, это наш СТМ тоже. Кстати, еще одно проявление этой СТМ, мы увидели воду сейчас здесь. На туристической нотке мы будем заканчивать прогулку по данному магазину. И это, еще раз повторяю, что это не стандартный формат, это новый формат, новое такое представление. И оно очень сильно, конечно же, зависело от того пространства и того места, где именно создавался данный магазин. Но тем важнее показать его было, потому что оно, да, еще находится в системе развития. Вы в следующий раз, возможно, приехав сами, увидите какие-то нововведение. Я надеюсь, что мы вот эту корону действительно уже увидим. Вот. Очень яркий магазин. Владимир, спасибо большое за прогулку. Спасибо вам. Спасибо вам.
Коллеги, а мы предлагаем еще вам заглянуть, посмотреть интервью с Владимиром, потому что у нас отдельно оно, отдельным видеороликом. И очень надеюсь, что в ближайшее время у нас также появится интервью, именно видео другого магазина, который уже является более-менее стандартным. С Владимиром мы тоже там погуляем. Но слово «стандартным» для нашей сети не совсем приемлемо. Однозначно нет. Это восхищение, это восточная сказка, как оно по-другому быть не может. Ну, увидим. Заглядывайте еще наши видео, смотрите те эфиры, которые мы делаем из экспедиции Retail. Много интересного уже сделано. Изучайте, делитесь и создавайте свои проекты, а также делитесь с нами, что мы так к вам приехали. Всего доброго, до встречи в новых эфирах.